Мир, любовь, согласие, взаимопонимание, уважение друг к другу. Господь заповедал любить нам всех. Вот. И Пасха – это праздников праздник, и торжество торжеств. Господь явил в этом году великую милость тем, что ниспослал огонь благодатный. Я хотел бы в первую очередь всех попросить православных христиан помолиться за Владимира Ивановича Якунина с его сотрудниками, которые уже 12-й раз привозят нам благодатный огонь. Пусть Господь благословляет всех нас. Спасибо.